Vladimir Putin strode into town. Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Putin confronted the factory owners. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде, то это будет сделано без вас. Если собственники договориться между собой не смогут... Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу, ваши подписи, идите, пишите. Идите ко мне. Да, договор. Только вторичку мне, видите? Classic Putin.